Приветствую вас, уважаемые пользователи на универсальном игровом. С вами, как всегда, Дженниум, и мы продолжаем проходить игрушку Deus Ex Human Revolution Director Cut. В прошлой серии мы договорились с одним из ученых о том, что она нам поможет, если мы ее отсюда выведем при помощи наших связей. Но главный злой дядька Берка об этом узнал, и сейчас нам очень и очень будет плохо. Огромное спасибо вам за то, что вы подсказываете мне, что нужно будет делать, потому что мы хотим пройти эту игру без убийств, а соответственно нам нельзя, чтобы кто-то умирал, и будем искать шахту, в которой будет бомба. Ну что ж, посмотрим, что из этого получится, а сейчас поехали дальше. О, лестница, я испугался, я искренне испугался. Так, что это у нас такое? Ага, мы здесь. Здесь так здесь. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Так, нам куда? Наверх надо вообще? Ну, по ходу дела, да. По ходу дела наверх. У-у-у! Так, прыжок, прыжок. Так, ой, кто-то встревожен. Там еще говорили про каких-то снайперов. Помнится мне. Мне прям страшно. Так, такое ощущение, на самом деле, что я здесь уже был. Потому что... Плохой захват, там нет ничего. Потому что я как-то даже помню это место. Так, в туннель. Что в туннеле? Вообще, какое у нас сейчас задание с вами? Ну-ка. Выбор, выбор. Женщина-ученый по имени Каван сотрудничает с Берком, согласилась сдать... Надо решить... Вернуться к компьютеру, диспетчер и открыть доступ к подводному аппарату. Ну, хорошо. Пойдемте, почему нет? Вывести конвах с базы. Так, аккуратненько. Там три человека. У меня 5 патронов, в принципе, в транквилизаторном пистолете. Так, подождем, пока там ребята разбегутся. Давайте будем аккуратненько сохраняться. По-хорошему, они прямо под нами. Да? Фу, такими быть. Злые вы. Так, кто-нибудь пройдет хоть под нами-то, а? Или мне опять надо включать невидимость и уже в невидимости туда падать? А, давай, поехали, почему нет? Да ладно, мы под полом находимся, а? Я тут стою, жду. А, вон они, да, ребята-то находятся где? Это морг, смотрите. Я тут ползал. Газовая граната. Электромагнитная граната. Я тут ползал по вот этим вот всем этажам. То есть ребята нас просто ждут из лифта. А мы, как очень-очень хитрые, гнусные гады, пройдем сзади. Так, до практиса, кстати, очень много. Так, поехали. То есть ребята нас все-таки ждут оттуда. Ну пусть ждут, пусть продолжают ждать. Угу, то есть я даже я не видел этого туннеля. Интересно было бы на самом деле вернуться сейчас назад и этот туннель все-таки использовать, прочекать. Так, а где медам, которую нужно спасти, которую нам не дают спасти? Медам, ты где? Я точно помню, что ты здесь. Не понял. Ее уже все? Ее уже того? Ожидает перевода в лабораторию. А где она? Где она ожидает-то? Ну ладно. Не хотите и не надо. Repeat.
Так, аккуратно смотрим. Я боюсь, если честно. Давайте куда-нибудь сюда забежим, тут сохранимся. Где эта женщина-то? Дверь закрытая. Неужели мы сюда не заходили? А сюда? Сюда не заходили? Ну да, точно. Кибербатончик валяется. Мы не могли пропустить батончик Киберпро энергии. Просто так. Итак, возвращаемся в главную комнату. Кстати, вы говорили, что именно в этой комнате будет туннель. Хорошо, мы его найдем. Ну, по крайней мере, постараемся найти. Патронов у нас полно, бомбу расстрелять есть из чего у нас. И пистолет, и транквилизаторная, и шоковая винтовка. Да у нас автомат даже есть, 8 патронов автомата. На крайняк гранату метнем. Если уж совсем все плохо будет. Отлично. Итак. Ух ты. Да я выкарабкаюсь, вся в кровище лежит. But Burke figured it out. Seized control of the station and locked down the detention camp. Bastard's cleaning house. I've got to get Kavanaugh out. Can't. Not until you stop the gas. Надо перекрыть газ. What gas? Burke's enacted a scorched earth protocol to stop the truth from getting out. Poison gas in every cell. Unless you stop it. Так, вот, наверное, этот выбор-то, про который вы мне говорили. Спасти Картнер. Так, интересненько. Кайтнер. Кайтнер. Она это того, она умерла, что ли? Так, перекрыть газ. Точно перекрыть газ. Так, а мы здесь уже были, кстати, да? Мы там-то мы уже с вами были, это 100%. Так, тут всех перебили. Может, трупы можно обыскать, нет? Да ладно. Сама все собрала и уже съела. Так. Здесь ребята. Жесткие снайперы. Можем пообщаться с ними аккуратненько. Да ладно, а? Хорош, во сколько там? Угу, понятненько. То есть я опять устроил стелс в своем лучшем исполнении. Ты ляжешь спать, нет? Ага. У ребята-то, слушайте, они прям жесткие. Кстати, а почему не показывается, что они враждебные? Короче, делаем вот так. Жесть, не туда. Не в ту часть прыгнул. Да, нет. Так, все понятно, надо быть очень аккуратным. Не исполнять такую чушь. Так, подождите, вы мне сказали, что когда нужно будет выбирать, нужно либо газ, либо газ. Ага, я понял. То есть сейчас мне нельзя отключать газ. Если я его отключу,
то это все, это для меня конец. Хорошо, тогда просто-напросто спускаемся вниз и посмотрим, что там будет. Так, нет. То есть вот тот вот дальний, потому что разворачивается. Так, лег полежать. Ляг, отдохни. Так, скушаем батончик. И... Ага, вон они, 10 минут. И падаем вниз. Походу дела, опять не попал я. Да, опять не попал. Фу! А куда все делось-то? Вот она. Вот оно то место, куда нам нужно. Значит, нам нужна правая дальняя часть. Вот сюда нам надо, да? То есть вы говорили. Хорошо. Да ладно, я... Да что вы... Меня же никто не видел, а? Что вы ерундой страдаете, а? За большим ящиком. Сюда нет? Нет, не сюда. Сюда? Вот сюда. Вот сюда, вы говорили, да, бежать? Точно? Точно? Нет, не точно? Вообще, я тут нахожусь, не тут нахожусь. Нет, не та сторона. Так, а это что такое? Не, на бомбу, честно, не похоже. Так, у меня 10 минут осталось. Печаль, беда. Что говоришь, выходи? Да легко. Я-то выйду. У меня 2% жизни осталось. Так, куда бежим? Бежим направо. Раз, два, три... 4, 5. Да ладно, все. Потратили все время. Так, а куда надо-то? Я не понял. Я искренне не понимаю. Куда мне надо, ребята? Так, продолжаем, значит, искать. Да-да-да. Только тут нет никто. Пожалуйста, ляг, отдохни. И второй, пожалуйста, тоже рядышком. Не понял, а почему первый-то не отдохнул? Так, куда мне вообще нужно? Ничего не понимаю. Вы понимаете? Я нет. Так, все ребята лежат. Это газ. Люди все умирают. Сказали мне, за большой ящик. Туннель. Вот это место, наверное, нет? Что? Что делать? Ага. Тут куда-то можно запрыгнуть. Так. Так. Ты что, ты бомба? 5 минут. The hacker from the ship. You've been listening this whole time? Like Zetka said, everything's connected. Ой, ребята, спасибо вам огромное. Я бы никогда в жизни не догадался, что мне надо сюда бежать и что-то искать. Head,
отключить изоляцию и вернуться на базу. Фух. Так, ну что ж, мы выполнили это задание. 5 минут нам на это понадобилось. Так, то есть вы можете запомнить, куда нужно было бежать, что нужно было делать. То есть, можно было выполнить все по-человечески, тогда бы все умерли. А можно было сделать вот так вот, как сделал я. К сожалению, я потратил слишком много ресурсов, и это очень плохо. Так, и вот, собственно, про двойной прыжок, про то, что вы говорили. Если бы у меня его не было, то сюда бы мы тоже с вами не забрались никоим образом. Так, а сейчас нам нужно что? Куда нам нужно? Нам на второй этаж. Ага, отключить изоляцию и вернуться на базу. Ну все, значит, аккуратненько сейчас с вами пробираемся мимо всех этих... Так, по-хорошему, тут что тут пробираться-то? Сюда ушли и все, здесь дальше по лестнице наверх. Все остальные здесь лежат. На самом деле, даже никаких подсказок не было о том, что можно сюда пробраться. Вот это мне очень интересно, как вы вообще догадались об этом. Ну ладно, догадались и догадались, мне подсказали, огромное вам спасибо на этом. Как это сделать, я вам показал. И это хорошо. Так, а что нужно сделать-то? Thank God. I thought when the code yellow started. It's over. Just make sure Interpol gets that evidence. I'm going after Burke. Jensen out. Отличненько. Jensen out. И куда Jensen? Out. Куда-то вниз. Непонятно куда. Видимо, на выход. Так, ну точка есть. И это уже хорошо. Так, ой-ой-ой. Слышите, да, выстрелы? Да ну вас. Вы слишком злые. Честно, ну вас. Так, что мы можем в себе вкачать? Наведение с упреждением? Хм, это интересно. Давайте себе обязательно сюда его подключим. Так, у нас есть праксисы, праксисы, праксисы. Батареечки мы вкачали максимально. Видение нам не нужно. Стелс можно было бы докачать. Жизни это хорошо, конечно. Возможность обнаружения бесполезная штука, она нам не нужна. Это нам тоже не нужно. Так, а где у нас ноги? Ноги, ноги, ноги. Бесшумный бег и ходьба. Вот, наверное, нет. Ноги нет. Я не знаю, что мне надо. Честно. Ладно, давайте стелс докачаем уже. Уже докачаем стелс и отправляемся. Куда отправляемся? Да, отправляемся просто на выход. Фух, так. F1. Так, и на выход. А-а-а, бежим, бежим, бежим. Нам надо Берка найти. Все, свалили от снайперов. Слава богу. Тут сохранились. Так, на самом деле я боюсь, что вот там за дверью опять кто-то нас ждет. Я боюсь, что это вот кто-то имеет какую-нибудь большую гадкую пушку. А у нас с вами всего лишь один выстрел из электрошокера. Нам бы в магазин бы, в хороший бы магазин, денег у нас полно. У нас денег не просто полно, у нас денег просто жесть как много. Он нас уважает, смотри-ка. Helping that fool Kavanaugh escape, saving the lives of a few worthless civilians, it won't change anything. All you've done is make yourself a target. The Reed woman, this Megan you've been searching for, she's not here. And the only thing standing between you and the ship that could take you to her is me. I underestimated you back on the ship.
Поговорить с Берком. Смотрите, у нас задание не убить Берка. Поговорить с Берком. Ха, забавно. Head to me shop. I left you a thing or two so you can give them hell. I'd like to say we'd meet again over a pint sometime, but... Well, Godspeed, mate. Так, забрать припасы в мастерской? Это хорошее задание. Так, а наверху кто-то есть, да? То есть... Да, вот он, видите, ходит. И он нас не заметил. Да ладно, ты реально нас не заметил? Так, поговорить с Берком, но сначала надо сбегать все-таки к лифту. Откуда вы, ребята, взялись? А-а-а! Я вас боюсь, смотрите. Нас тут ждут, по ходу дела. Да, нас тут ждут. Но у нас тут есть потайные ходы, и мы про это с вами помним. Давайте ими воспользуемся. Чтобы обойти всю эту шалупонь. Так. По-моему, мы сейчас выйдем прямо перед ними, да? Да ладно! Вот и обошел. Хорошо, я вас понял. То есть надо идти все-таки по другой стороне. Упсик, ошибочка вышла. Как долго это может продолжаться? Сколько надо, столько и будет продолжаться. Подожди, я думаю. Какой нетерпеливый мужик, а? Так, а почему я, собственно, не выхожу и не убиваю всех с руки? Вот скажите мне, пожалуйста, у нас же есть бесконечный заряд батарейки. Почему мы им не пользуемся? Раз-раз, дынь, лежать. Все, молодец. Еще и праксис получили. Тыть-тыть-тыть-тыть-тыть. Давай, аккуратненько. Куда-нибудь вот сюда. Здесь и полежим. Так, а мы в это время отправляемся дальше. Важен, но безрассуден, но в принципе это вся суть нашего главного героя. Он за любовь куда угодно. Так, слышите, да? Пик-пик-пик. Минки стоят. Так, а мины мы можем как-то преодолеть, к сожалению. К сожалению, преодолеть мы их с вами так просто не сможем. Так, а поверху... И поверху тоже не сможем. Там через кабинет Берка. Если я их взорву, то я подниму панику. Паника нам не нужна абсолютно. А что делать? Вот так-то по-хорошему. А, так это та дальняя мина, что ли? Ну давайте. Потестим. Верите, нет, да всем наплевать на то, что взорвалась мина. Хотя нет, не наплевать. Так, ребята побежали, набежали, а я спустился в какой-то туннель. И честно, я понятия не имею, куда он ведет. Ага, сюда он ведет, да? Это что это у нас? Искатель. Узел безопасности. Так, а здесь мы уже все с вами отключали. Электронная книга. Кстати, мы ее еще не прочитали. Почему-то. Так, а что это вообще? Я не помню. Я, честно, не помню это место. Хорошо. Будем думать, что нам сюда надо. Что нам это поможет. А, смотрите, это мы выползли в кабинет Берка. Да ладно.
Ну тогда я как самый жадный человек, я воспользуюсь очередной вашей подсказкой и найду сейф. В сейфе что, деньги, золотой револьвер и патрон для золотого револьвера. Да? Правда? Правда? Правда, правда. Так, осталось только придумать, как отсюда выбраться туда, куда нам нужно. Сверху-то все ушли? Почему паника опять поднялась? Ага, вон он бегает. Вот по-хорошему мы могли бы его убрать вот просто одним четким ударом в голову. Так, давайте, знаете, что сделаем? Мы воспользуемся шоколадкой, к нему проберемся и быстренько его вырубим. Мы же имеем на это право? Имеем. Да, да. Так, значит, делаем вот так. Делаем вот так и пошли. И аккуратненько. Оп, оп, оп. Кто тут? Тут кто-то был? Опять всю энергию потратил. А, да что такое? Так, дверь открываем. Затаскиваем сюда вот этого чувачка. Че он тут лежит? Бесхозно, так скажем, валяется. Мы его аккуратненько сложим здесь вот на склад. Патроны. Патроны нет, не нужны нам. И смотрим, куда мы идем. А идем мы абсолютно не в том направлении, куда нам нужно. Потому что если мы придем сюда, то мы выпадем вот здесь и все. И это очень плохо. Надо назад. Пойдемте назад. Спустимся вниз. Так, прежде чем спуститься вниз, сохранимся. И идем смотрим, что у нас стало после того, как мы взорвали. Нет, ребята до сих пор тут стоят. Значит, нам туда не надо с вами. Слушай, ну если, Берг, если ты мною восхищаешься, так возьми нас к себе в команду. Ага. Сколько их? Двое? Так, а по одному-то никак, нет? По одному я бы с вами пообщался. Вдвоем? Мне не нравится. Слушай, ну они вроде уходят. Тихонечко. Тихонечко, чтобы никто не спалил нас с вами. Давай, ты один возвращаешься. Молодец. Здесь получаешь люлей. Так. Да ладно тебе, а? Почему не работал захват? Я не понимаю. Я просто спамил кнопку Q. Ну, видимо, далеко находились. Ладно. Сохранение недалеко. Слава богу. То есть мы, получается, перед тем, как упасть, сохранились. Да, это я, конечно, получил весело. Вообще весело. Так. Выбежали, нет? Так, вот он, второй бежит. Все по скрипту. Давайте, давайте, раз, все, встали, постояли, там дверь открыли и уходят, оба уходят. А нельзя тихо вот этого положить?
Интересно, это тихо будет или нет? Потому что второй стоит рядом. Прикиньте, это тихо. Хорошо, я не против. Я честно, искренне не против. Да ладно тебе, пойдем со мной. Там только... Да ладно, ты еще и в текстурах застряла. Ну только не глич. Нет, не надо. Да и ладно, и лежи тут. Так, нам туда, да? Ну мужик-то сейчас в панику попадет, когда увидит вот этот труп. Или он не дойдет до сюда? Так, он вроде спиной встал. Ага. Нет, он не спиной встал, этот стоит, ждет. А нам, по-моему, туда как раз таки и надо. Либо обходить с другой стороны, но там два человека было. Я точно помню. Если они все там же стоят, тогда ничего хорошего не будет. Но если их там нет... Да, они тут стоят и стоят. И пусть, и удачи им. Пусть продолжают стоять. Аккуратненько сюда прошли. Кто-то сюда идет. Так, пока не успел крикнуть. Кто тут еще? Кричать собрался. И отправляемся на лифте за вкусняшками. Сознание это лишнее. О, ребята, мы вырубили 50 человек с вами. За всю игру все можно прекращать убивать людей. Так, здесь у нас какие-то вкусняхи должны были остаться. Серьезный подход. Прекрасно. Праксис как минимум. И все? Друг ты наш ненаглядный, ты оставил нам только праксис? Да честно, что ли? Не, ну не может быть. Давайте хорошо посмотрим, что еще тут есть. Вот, смотрите, как минимум. Боеприпасы для тайфуна, пистолет-пулемет. Вот это вот нужно. Парализующий пистолет, нету места. Так, мне точно не нужно что? О, емкость магазина. Ее можно скомбинировать, не знаю, вот с этим. Все равно потом продадим. Так, и парализующий пистолет обязательно. Нам нужны патроны для парализующего пистолета. Все что угодно. Так, ладно, гранаты места много не займут, но могут продастся. Так, кибербатончики. Гранаты, до свидания. Нам нужны кибербатончики. Так, гипостим. Так, давайте просто сейчас выкинем вот это вот. Возьмем гипостим. Его сразу используем, чтобы он место не занимал. Возьмем... Что? Что я взял лишнего? Я же тебя сказал использовать, не понял. Девяточка. Вот. Гипостим использовали. Автомат-пулемет с собой. Все, я думаю, тут больше нам нечего ловить. Интересный пистолет Берка. Так, все, да, скорее всего, все. Ну что ж, тогда отправляемся напрямую к Берку, общаться с ним, раз он так сильно этого хотел. Тогда мы выполним его просьбу. Ты-ты-ри-ты-ри. Да по-любому мне кто-то еще помогал. Неужели ты думаешь, что я все это один провернул? Так, ляг вот сюда, вот полежи. А мы напрямую пройдем... пройдем туда, куда нам нужно. А именно пообщаться с Берком.
Вырубать, не вырубать вот этого. Скорее всего, вырубать, он услышит дверь открывающуюся. А нам это с вами абсолютно не нужно. Какой я милосердный. Опять милосердие. Ага. То есть продолжается разговор, и ребят все больше и больше и больше. Кстати, а почему турелька не наша? Я искренне не понял. Так, если сейчас этот подойдет и начнет паниковать, то это все, это конец. Нет, уходит. Ну что ж. Нет, давайте. Я хотел закончить. Но думаю, что надо все-таки добежать до конца уже. Найти Берка и с ним пообщаться. Да куда теперь нам бежать? О, далеко. Поговорить с Берком. Так, а вообще же мы могли сюда попасть каким-то хитрым способом поверху, да? Так, а почему вот это не работает? Я не понял. Мы же поверху могли пробежать. Вспомните, да, я ходил по... Давайте включим вот эту турель. Как минимум. Так, ребята, идите все отсюда. Идем на лестницу. Эти ребята продолжают стоять и смотреть просто ни на что. Так, у меня немножечко игра свернулась, прошу прощения. Так, все, поехали наверх. Будем пробираться по верху. Там можно было все это сделать аккуратно. Так, чтобы нас никто не заметил. Снайпер! Вы тоже, да, его видите? Дядька, дядька, ты вообще нехороший дядька. Обалдеть их там. Так, нам надо турель включить, это 100%. Чтобы нас снайперы как-то не заметили. Так, я думаю, сейчас мы проберемся. Используя наше скрытное умение, а именно стелс. Так, ребята, вы уходите вдвоем. Первый пошел, второй тоже уходит. А то приду и надаю по щам. 3, 4, 5, 6. Вот это я сейчас сам себя чуть-чуть не приколол. Так. Где моя турель? Почему она выключена? Турель должна общаться с врагами. Сказал я и запустил турель. Вот, поехали, турелечка-то наша. Вот, все, отлично. Нам абсолютно без разницы теперь на это все, что там происходит. Так, опять бомба, опять мина. Нам точно сюда? Это электромагнитная мина была. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так. Мы уже добежим до Берка-то? Или нет, в конце-то концов? Слушайте, ну вроде автосохранение было, это хорошо. То, что турель не работает, это плохо. То, что я не помню, как сюда надо было пробираться, это тоже плохо. А, ну вот там вот я помню вот это вот место, да, по крайней мере. Раз. Да-да-да. Я помню это место.
А почему наш там робот не работает? Он должен налево и направо всех убивать. Я точно знаю, что я его запускал. Так, опять очередная мина. Куда мне надо-то вообще? Мне надо... Ой, вот сюда мне надо. То есть это, видимо, к третьему грузовому отсеку. Фух, поехали. Перепрыгну, не перепрыгну. Вот в чем вопрос. Так, а там есть снайпер наверху? Нет, нету никого. Эть, не перепрыгнул. А-а-а, только панику поднял. Ач, ач, ач. Что-то все плохо с жизнями. Все перезагрузка. Сейчас могу наполучать. Так. Паника, паника, паника. Честно, паника. Мы на самом верху. По-хорошему нам бы включить вот эту турель. Сказал я и чуть не умер, да? Да ладно. Не. Видимо, я все-таки поторопился, и надо было уже в следующей серии проходить эту часть. Ну ладно, еще давайте 5 минут, если не пробегу. Как-нибудь это все аккуратненько, тогда все. Тогда мы на сегодня с вами закончим. Хорошо бы, вот мне действительно, вот мне вот туда. Там компьютер, который включит вот эту вот турелечку. И сделает всем бобо. Причем такое бобо, что ой-ой-ой. Так, а что у нас по праксисам? Ну-ка вспоминаем. Два праксиса, пожалуйста. Вот давайте вот это вот, бесшумный бег. Так, и это у нас что? Полностью устраняет звук быстрого бега. Ручная, ручная, ручная. Шумный бег и ходьба. Ускоряет бег. Нет, это нам не нужно. Что нам еще нужно? Остался один. Так, вот нужно глушающие гранаты. Экипировка. Нет, вот я хотел, я вспомнил. Вот это я хотел. Два праксиса надо, значит, ладно, ждем один праксис. Фух, поехали, так. Так, что это у нас получается? F4. F4, F1. Да, ага, еще. Молодец, еще и кары использовал. У нас и так с тобой нету энергии ни, вообще нисколько, а ты мне еще и кары используешь. Вот. Пожалуйста. Товарищ Турель. Будь так любезна. Пообщайся со всеми, а мы будем стоять, смотреть и наслаждаться. Вот этот чувак, конечно, бронированный. Отдали всего 10 опыта за него. Ребята, тут турель так работала, что это обалдеть. Так, походу дела у нас там еще какая-то турель есть, потому что ребята-то умирают и умирают. Ну и ладно, чё. Я не против. Пусть дохнут себе на здоровье. Так, очередная. Очередной терминал. Ух ты, жесть, слушайте. Стоп, червь. Так, ладно. В принципе, я думаю, что этот терминал делает то же самое, что и тот.
товарищ Турель. Наш халявный опыт. Наш халявный опыт. Так, собираем с них все, что можно собрать. А, ничего нельзя. Так, вот она дверь, которая была закрыта. Именно третий терминал, в который я так долго и муторно пытался попасть в прошлой серии. Ну и, собственно, Берг. Да ладно вам! Так, все, вот это вот я уже не вытяну на скорость. Поэтому давайте мы сделаем... Что сделаем? А, уже ничего не сделаем. Фух, давайте уже допроходим. Что нам нужно сделать? Скажите, пожалуйста. Я не знаю, что нужно сделать. Пообщаться с Берком. По-хорошему бы, конечно, нам бы робота заполучить себе, да? На халявку. Ой, сейчас нам в спину прилетит. Ладно, мы гипостим с вами. Приняли предусмотрительно заранее. А, бежать, 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 бежать. О, вот правильный терминал. Да ладно. Нет, терминал-то, конечно, правильный, но только умираем очень быстро. Ладно, давайте сегодня на этом закончим. В следующей серии начнем с прохождения данной миссии. На это сегодня все. С вами был Genium. Это была игрушка Deus Ex Human Revolution Director Cut. Играйте в хорошие игры. Пока.